На сегодняшний рассказ будет на уровне трагедии, ужаса, слез. Младше 2-3 лет не советуется, конечно, слушать. Старше 40 тоже. Давным-давно в одном деревне девочка такая хорошенькая, что уж ее на свете не было. Мать любила, любила эту девочку, а бабушка любила еще больше. Но, к несчастью, мать сильно болела раком мозга. Каждый раз ее внучку подарила ей бабушка красную шею.